Так, это Плеяды. Звездное скопление Плеяды, 28 июля 2000. А что такое? Я за деревом, что ли, их не вижу. Да, не все звезды видны. Точно за деревом. Это я молодец, настроился. Выбрал как ориентир дерево, чтобы попасть. Объективом. Что у нас там на экране видно? Да видно, все прекрасно. Семь сестер, Субару, стажары, Плеяды. Вот они, наши золотые. В общем, это третий дубль. И решил я начать с Плеяд. Настройки светочувствительности самые высокие. Ужасное качество, конечно, все пластилиновое, рябое. Но зато мы видим Плеяды. А сейчас мы еще посмотрим на Луну, Юпитер, Сатурн. Меняем чуть-чуть локацию. Как мы будем? Вот так, наверное, да? Что у нас тут видно? Тут вообще все прекрасно видно. Так, сейчас, секунду. Немножечко терпения. Это самые высокие настройки светочувствительности фотоаппарата, я уже сказал. Конечно, все будет пересвечено. Зато в одном кадре, в одном дубле, вернее. И Плеяды, и Луна, и Юпитер. Может быть, даже с Сатурном, вам обещаю. И опять наши глазеночки, ух ты мой, кротик из Луны выглядывает натурально, смотри. Та-да-да-да. Ну, конечно, ужасное качество съемки, слишком. На эти глаза можно полюбоваться в предыдущих дублях в гораздо лучшем качестве. Даже видно, на кого они смотрят. Так, а пока пошли. Этот дубль у нас ради Плеяд, как я и сказал, поэтому остальным объектам съемки уделим внимание минимальное и мизерное. Так, это я увеличил выдержку. Да, пошли, наверное, на Сатурн сначала посмотрим, потому как, ну, он уже совсем скоро за горизонтом скроется. О, ветерок уже начал подниматься, рассветный. Ну, это уже третий дубль. Я доволен тем, что снял. А что мне еще остается? Так, вот этот эллипс. Это Сатурн. В одном миллиарде. Ой, какой кошмар. В 337 миллионах километров. Ну, в общем-то, даже видно колечки. Сепарировано от яичного желточка. Ну, конечно, за более качественными съемками Сатурна лучше к предыдущим дублям обратиться. Там все гораздо качественнее,
чуть-чуть различимо, по крайней мере. Высокий уровень ISO, он все-таки очень серьезно дает искажения. Ну, зато даже самые тусклые объекты отмечены пятнышками. Так, это я хочу показать сразу Юпитеру 4 галилеевых спутника. Это, ну, не максимум еще навелся, приближение не 125-кратное. Значит, внизу спутник в уголочке в правом — это Ганимед, огромный спутник размером с Марс, между прочим, в который раз вспомню об этом. Дальше идет Юпитер, за ним идет спутник Ио совсем рядом. И дальше идет Европа и Каллиста. Все, сейчас идем на Луну и завершаем дубль. Наверное, даже и локацию я уже сменю. С другого ракурса поснимаю. А там посмотрим. А может, и на работу все-таки поеду, чем черт не шутит. Ну, хорошее место, машин практически нету. Эти глазки, да ты посмотри. Шалтай-болтай сидел на трубе. Такое вот яичко Фаберже себе висит в небе и глазенками смотрит куда-то глубоко вперед. Ладно, сейчас будут другие настройки делать, светочувствительность, и более качественное изображение получим. 28 июля 2021 год, Харьков, 3:54 по Киеву. Да, уже светает, уже явно светлее. Хорошо.